Развитие речного транспорта в Украине в течение 10 лет может принести в бюджет до 300 миллионов долларов, а еще 500 миллионов в виде зарплат украинцам. Об этом говорили в парламенте на круглом столе на тему восстановления судостроения в Украине. Для этого необходимо снизить налоги, уменьшить тарифы на речные перевозки и отменить ввозные пошлины на импорт деталей для строительства кораблей. В парламенте уже зарегистрированы соответствующие законопроекты, в частности, авторства депутатов радикальной партии. И Миколаїв, и Херсон, и Одеса колись мали славу міста корабелів. Так от наше завдання нашої політичної сили полягає у тому, щоб відновити цю славу. Тому що це десятки тисяч робочих місць, це податки до місцевих бюджетів, це зростання економічного потенціалу нашої країни.